Добрый день, меня зовут Алексей Никитин. Хотелось бы поблагодарить Олю за два плодотворных дня, за тот семинар, который она нам сделала, в котором мы приняли участие, в процессе которого мы получили не только теоретическую часть, но и отработали всевозможные практические моменты, связанные с применением рейки. Выступали в роли пациентов, выступали вроде в роли терапевтов, которые лечат, дают рейки. Несмотря на свой достаточно многолетний опыт работы с энергетикой, я сознательно шел сюда, чтобы не просто изучить сухую теорию, которую я и так знал уже прекрасно, достаточно несколько серьезных пособий я уже изучал. Я шел за вполне конкретными практическими рекомендациями для общения с живым мастером. Потому что это самый простой, самый прямой путь и способ чему-либо научиться. Это мое мнение. Мне все очень понравилось. Рекомендую для тех, кто желает развиваться дальше. Удачи. Меня зовут Мария Пушнина. Вот почему я оказалась здесь. Потому что у меня не было выбора. Я была пациентом некоторое время нового терапевта рейки, вот, и получилось так, что мне захотелось самой побыть в роли целителя, вот, и поэтому я здесь. Кое-что я уже научилась делать, у меня еще впереди большой-большой путь, я думаю, что это не последняя моя встреча с мастером, вот, всем очень рекомендую тоже начать приобщаться к жизненной энергии. Спасибо большое.